Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои гости, дорогие зрители. Вы на канале Ирина Мечтательница, связано и сказано. Сегодня я к вам с болталочкой, с тегом. Тег не новый. Сняла его Альбиночка в 2018 году. Я посмотрела у нее все теги, мне они очень нравятся. И я буду на них, ну не на все, конечно, но на них постараюсь, мне тоже очень хочется на них ответить. Автор этого тега Ксюша, у нее канал вышивальный, но Альбиночка права, все эти вопросы прекрасно подходят для вязального ютуба, для рукодельных подписчиков. Первый вопрос. Сколько каналов у вас в подписках и есть ли предел? У меня каналов в подписках очень много. Очень много. Цифру вам не скажу, это надо считать. Но когда я только-только начинала вот это заниматься вот ютубом, каналом, я понятия не имела, как это надо делать, как правильно, что неправильно. И, конечно, я очень погорячилась взаимными подписками. Но я вам абсолютно точно могу сказать, это проверено, не все взаимные подписки плохие. Очень много людей, с которыми мы познакомились по взаимным подпискам, остались со мной, и мы дружим, и мы друг друга смотрим, несмотря на разные-разные темы. Всегда можно найти что-то интересное у людей. Всегда. Есть, конечно, люди, которые ушли от меня либо сразу, либо через день, либо через два, но бог-то с ними. Многие очень выкладывают видео о том, как это проверять, как посмотреть, у кого какие подписки, но у меня нет времени этим заниматься, и желания этим тоже нет. Поэтому я отписалась от двух каналов за все это время, но это связано совершенно другими обстоятельствами. Теперь о пределе. Нет предела совершенству, так говорят. Я не думаю, что есть какой-то предел в количестве подписок, потому что если мне нравится канал, если мне нравится человек, или мне нравятся темы, которые этот человек нам показывает, я, конечно, подпишусь. И мне не важно, сколько у меня подписок. Я слышала, я не знаю, правда это или нет, я слышала о том, что YouTube там не разрешает больше, там, скольких-то подписок. Я об этом не знаю. Пока запретов о том, что я вот хочу подписаться, мне говорят, нет, такого у меня не было. Поэтому я считаю, что пределов нет. Тем более сейчас, когда на Ютубе появляется такое огромное количество новых каналов интересных. Если мне нравится, я подпишусь. Почему нет? Следующий вопрос. Важно ли для вас, сколько подписчиков у блогера? Ну, я так понимаю, что у того, к кому я подписываюсь. Абсолютно мне это не важно, потому что я выбираю человека или тему, или то и другое. А сколько у него там подписчиков? Тем более, есть очень много каналов, где не написано, человек ну, не написал, сколько там у него подписчиков. Поэтому мне абсолютно это не важно, сколько у него подписчиков. Дальше. Какие видео вам больше всего интересны? Хомячьи норки и покупки не считаются. Хомячки не считаются. Мне интересны разные видео. Мне нравятся и гулялки, и болталки, и вязалки, и вышивалки. Мне очень нравятся видео те, где авторы дают вот свою тему с огромной увлеченностью, с позитивом, с настроением, когда я вижу, что человеку вот рыбалка, казалось бы, я и рыбалка. Но я смотрю некоторые каналы о рыбалке, где люди с таким удовольствием все это рассказывают. И, конечно, мне это интересно. Мне интересно. Поэтому я не могу сказать, что мне нравятся только вязальные видео. Нет. Хомячьи норки не считаются, но бог с ними. Хотя тоже интересно посмотреть, почему нет. Четвертый вопрос. Писали ли вы хоть раз негативные комментарии? Нет, не писала, не пишу и писать не буду. Не считаю себя вправе негатив выливать, потому что, мне кажется, негативные комментарии люди пишут не от того, что мы что-то неправильно сделали. Вот у меня качество видео, ой, как хромает, на все обе две левые ноги. У меня свет плохой, у меня картинка плохая, иногда фокус неправильно. Ну, понимаете, об этом можно написать негативный комментарий, да. Может быть, я худая, может быть, я толстая, может быть, я кривая. Это тоже могут быть негативные комментарии. Но мне кажется, когда человек пишет эти негативные комментарии, у него плохо,
плохое настроение сейчас, или у него по жизни что-то не сложилось. А просто так написать: «Ой, какая-то ты толстая сегодня вообще». Негатив свой скинуть. Ну, у меня тут, я живой человек, у меня тоже может быть плохое настроение. И что, я из-за этого плохого настроения быстренько напишу человеку: «Ух ты, коза какая-то ты сякая такая». Да не буду я этого делать, не буду. Поэтому негативных комментариев у меня нет, не было и не будет никогда. Никогда не будет, потому что я не считаю себя вправе выливать свое какое-то настроение на человека, который вот работал. В общем, не будет. Не было, не будет. Ставите ли вы дизлайки, почему да или нет? Дизлайки. Но это, в принципе, тоже похоже на негативные комментарии. Похоже это. Я за всю свою ютубовскую вот эту вот маленькую жизнь я поставила 2 дизлайка. Но я поставила их не по теме и не по виду блогера, а по манере общения с друзьями, зрителями и гостями на канале. И то это было сделано один раз. Я долго думала об этом. Надо мне это или не надо? Хочу я это выразить? Я поставила, обдумала и поставила. Второй раз я поставила моментально, как только я вот увидела, услышала, моментально в сердцах я влепила. Потом я подумала о том, что человеку-то все равно, лайк у него или дизлайк, он, у него стиль жизни такой. Ему от этого ни холодно, ни жарко. Тем более, что Ютубу все равно, лайк это или дизлайк. Поэтому я для себя после всего вот этого обдумывания я для себя решила так: больше я никаких дизлайков ставить не буду. Потому что человек все равно не поймет, зачем у него это и почему. И будет сидеть и радоваться. Поэтому нет, дизлайки вот были 2 штуки, больше их не будет. Не вижу смысла в этом. Следующий вопрос. Для вас самой важнее получать лайк или комментарий? Ну, ребята, и то, и другое приятно. Это проявление вашего внимания к тому, что я сделала. Мне приятно и лайк, мне приятный и комментарий. И даже если ни того, ни другого, но вы просто посмотрели, уже ура-ура, уже спасибо вам большущее-большущее. Но если выбирать, то комментарий полезнее, наверное. Потому что вы мне что-то напишете полезное для меня, если это просто вот какое-то доброе слово и кошке приятно. Это может быть ответное какое-то слово. Я могу ответить. Даже если я просто отвечу спасибо, это спасибище, это огромное. Я это все очень-очень ценю. И, наверное, если вот все-таки отвечать на этот вопрос, комментарии, наверное, важнее. Но я прекрасно знаю, что многие люди смотрят и не пишут комментарии в силу разных причин. И у меня самой было это не раз, что я посмотрела, я поставила лайк, а комментарий я не написала по разным причинам. И такое тоже бывает. Поэтому любое ваше внимание для меня очень-очень важно. Следующий вопрос. Вас бесит шуршание пакетиков? Абсолютно не бесит. Абсолютно меня не бесит шуршание пакетиков, потому что все мы живые люди, мы не роботы, мы понимаем, что если пришла какая-то посылка, то шуршание неизбежно. Конечно, мы пытаемся сократить это все, но нет, меня не бесит абсолютно. Иногда даже приятно. Вот оно шуршит, вот подарок открывается. Нет, не бесит. Есть ли такие блогеры, у которых, по вашему мнению, незаслуженно мало подписчиков? Конечно, есть, конечно. Потому что вот в последнее время появляется очень много молодых каналов. Я сама молодой канал. Но вот у меня лично появилось очень много друзей благодаря вот моим феям-крестным вязалочкам. А есть, конечно, многие каналы, с которыми я познакомилась не так давно и с которыми познакомилась давно, у которых мало подписчиков. Да, это так. Я поставлю под видео обязательно ссылочки. Вот, например, Резида вяжет. Она талантливый человек. Она приятная женщина. Вот с ней
Ну, хорошо с ней. У нее очень мало подписчиков. Инна Крюкова то же самое. Мало подписчиков. А замечательные она вещи вяжет. Вязание на полярном круге. Тоже есть такой канал. Обновленное название. Тоже прекрасный канал. Много каналов. Мария Хобби, рукодельница. Что еще вспомню? Светлана Серова. Тоже прекрасный канал. Понимаете, сейчас появляются много новых, а есть люди, которые давно занимаются каналом, но как-то вот не складывается. Причин этому великое-великое множество, много причин. Поэтому да, я считаю, что есть многие каналы, которых незаслуженно мало вас, зрителей, к сожалению. Дальше. Для вас важно видеть блогера в кадре? Мне кажется, да. Мне кажется, да, это очень важно. Вот Анечка, вязаный стиль от Анны, Маргаритка, они правы. Нужно хотя бы иногда показываться в кадре, показываться лицом людям. Мне кажется, это очень правильная позиция, потому что, видя только готовые работы, мастер-классы и руки, а хочется не то, что там посмотреть, ой, а кто это там, понимаете? А как-то, может быть, вот так-то вот связь лучше устанавливается. Ну, это мне так кажется. Мое мнение такое. Хотелось бы видеть побольше человека в кадре. Вот такой мой будет ответ. Нравится ли вам видео с юмором, приколами, отвлеченными разговорами и т.д.? Или должно быть все по бумажке, четко, кратко и только по теме? Ну, ребята, мы же не роботы. Понимаете, есть разные видео. Я видела разные видео. Есть такие видео, где человек рассказывает там какой-то мастер-класс или еще что-то. Бу-б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 у и бу-бу-бу. Становится на 20-й, на 25-й минуте немножко грустновато. И мне кажется, все-таки, да, не нужно превращать тег или мастер-класс в какое-то идиотское шоу. Наверное, нет все-таки. Но принести туда немножечко улыбки, немножечко души своей, почему нет? Мне нравится с юмором, мне нравится открытость людей. Ну, мне нравится, да. Мне не нравится, когда четко по бумажке. Хотя есть такие видео, когда нужна четкая информация. Но, может быть, в эту информацию можно засунуть кусочек чего-нибудь такого. Поэтому на этот вопрос я отвечу так. Мне нравится с юмором. Но всего должно быть в меру. Вот, в меру. Всего должно быть в меру. Следующий вопрос. Вы бы хотели узнать жизнь блогера за кадром? Что именно вам было бы интересно? Вот этот вопрос, он такой вот непростой. Еще полгода назад я была стопроцентно уверена в том, что нельзя выкладывать ничего личного на YouTube. Вообще ничего. Не то, что там имя, фамилия, адрес, это не обсуждается, а какие-то свои личные радости, личные печали, личные события. Я была в этом 100% уверена. До сих пор я считаю, что видео с детьми спорный вопрос. Но возвращусь вот к этому вопросу. Что бы я хотела узнать у блогера за кадром? Почему я поменяла свое вот это мнение? Потому что, когда я увидела некоторые видео блогеров, вязальных блогеров и невязальных, о каких-то событиях личных, я поняла, что такие видео к месту, они необходимы именно в тот момент, в ту минуту. Они были необходимы для всего. Для того, чтобы понять лучше человека. Для человека это, возможно, было необходимо для того, чтобы перевернуть какую-то свою страницу, для того, чтобы идти вперед. Это было важно, это было очень полезно. Поэтому я поменяла свое мнение о нужности и важности
личных каких-то вещей на Ютубе, чтобы вот выкладывать их на всеобщее обозрение. Я считаю теперь, что в некоторых случаях, в некоторых моментах, не у всех эти видео должны быть. Отвечая на вопрос, что я хотела бы узнать за кадром, я вам скажу, я ничего не хочу узнать за вашим кадром. Но если вы посчитаете нужным что-то мне рассказать и показать, я приму это с огромным уважением. Если смогу, я помогу вам каким-то комментарием, каким-то словом, каким-то делом. Если вы это показали, значит, для вас это было нужно. Я не говорю сейчас о многочисленных видео, когда люди показывают себя в сплошном негативе и говорят: «Ой, как мне плохо, как мне больно, пожалеете вы меня?» Я говорю о тех видео, которые жизненно были необходимы нам, чтобы вас лучше понять, и которые были жизненно необходимы вам для того, чтобы жить дальше. Я вас обожаю, я вас люблю, я... Я плакала вместе с вами и радовалась вместе с вами. А так, я ничего не хочу о вас узнать, только то, что вы сами захотите сказать. И все. Дальше. Продолжим дальше. Вы любите смотреть блогеров, у которых по одной работе в процессе или несколько? Для меня совершенно не важно, сколько у блогера процессов в работе. Это не показатель. Есть люди, которые могут вязать сразу несколько, а есть люди, для которых только одна работа возможна в конкретный отрезок времени. Мне нравится и то, и другое. У меня у самой всегда много процессов в работе. Это нормально. Дальше. Вот такой интересный вопрос. Фон съемки важен для вас? Я очень много раньше видела комментариев о том, что некрасиво, там, смени фон. Вот для меня абсолютно не важен фон съемки, но мне очень нравится, когда красивенько. Я еще не знаю, как это вот... Я видела вот это фотофон, я заказала себе... Ну, интересно. Но вообще мне не важно. Нет, не важно для меня это, потому что я сама этого еще, наверное, не умею. Следующий вопрос. Если блогер не выкладывает долгое время видео, вы отпишетесь? Я вас умоляю. Конечно, нет. Мы все живые люди. Мы не роботы вязальные. У людей могут быть совершенно разные обстоятельства жизненные и творческие. Возможно, звезды не так встали. Возможно, бывают такие моменты: не хочу вязать. Вот не хочу. Не хочу вышивать. Ну, вы же меня понимаете. Поэтому мне абсолютно это не важно. Я никогда не отпишусь от человека. Если он мне интересен, я буду терпеливо ждать, когда у человека там все срастется и будет новое видео. Это совершенно не причина отписываться. Следующий вопрос. Вам нравятся длинные или короткие видео? Ой, мне нравятся длинные. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что когда я выкладываю длинное видео, не все будут его смотреть. Ну, что поделать? Но мне нравятся длинные, потому что я под длинное видео могу спокойно сесть, разложиться, вязать. Мне нравится длинное видео. Если я вяжу, я не могу, мне неудобно отвлекаться для того, чтобы переключить на следующее. Но и короткие видео я смотрю с удовольствием, но все-таки длинные мне нравятся больше. Дальше. Будете ли вы смотреть видео о вышивке, которую уже вышили сами? Ну, если перефразировать это на вязальное, буду ли я смотреть видео о вязаном изделии, которое, или узоре, которое я уже знаю? Я буду смотреть. Во-первых, мне всегда интересно, как это же самое кто-то сделал. Я увижу свои, может быть, ошибки. Я увижу какие-то, может быть, приемы интересные, которые применю для себя. И я с удовольствием посмотрю. Для меня это не показатель, что это я уже знаю, я такая вся. Что вы меня учить будете? Нет, я посмотрю с удовольствием. Обязательно посмотрю. Следующий вопрос.
Какое и чье видео вас сильно впечатлило и почему? Какое и чье видео меня впечатлило? Есть видео, которые меня впечатлили эмоционально, по-человечески. Есть видео, которые меня впечатлили по вязальным работам, по качеству исполнения, по вот придумке. Есть такие видео, но я вам про них не скажу. Интрига. По вязальным работам не скажу, потому что их много и уже очень много перечислять. А по человеческим не скажу. Не скажу. Вот так вот. Скажу. Я партизанка. Вы согласны с выражением «кому не нравится, пусть не смотрит»? Абсолютно согласна я с этим выражением, потому что я сама такая. Если я захожу на канал, а там есть видео, которое мне неинтересно, и это не значит, что эта тема не моя. Мне просто неинтересно вот именно это видео. Я не буду ставить дизлайки, я не буду писать «нафига вы это...» Ой, простите мне мой французский. Зачем вы это сняли? Я просто пойду на другое видео, и все. Поэтому да, если кому-то не нравится то, что я много болтаю, ну, вы же не трудодни отрабатываете. Пожалуйста, посмотрите то, что вам нравится. А если вам нравится то, что я делаю, не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить то, что я буду снимать дальше. Следующий вопрос. Каким по счету был этот тег для вас? Ой, ведь хотела еще посчитать. Может быть, 6-й, может быть, 7-й. Не знаю, не знаю. Честно говоря, не посчитала, извиняйте. Ну, я смотрю много тегов и снимаю много тегов, и буду снимать много болталок. Я и название канала-то поменяла, вот связано и сказано, потому что я люблю болтать. Я люблю болтать, мои хорошие. И я надеюсь, что не зря. Дальше будем читать. Дайте самой себе совет, обещание или пожелание в рукодельном или блогерском плане. Через год посмотрите это видео. Интересно, сбылось или нет. Да, мне очень хотелось бы через год вот это посмотреть. Совет. Себе совет дать. Очень тяжело давать себе советы, потому что в рукодельном или блогерском, вот в блогерском совет какой? Я знаю, что мне нужно качество видео улучшать. В рукодельном есть очень много техник, которые мне хотелось бы освоить. И мне хотелось бы через год вот это посмотреть. Вы знаете, я даже сейчас, вот я через полгода смотрю некоторые свои видео первые, я вижу, что там было так, что там было не так. Я уже сейчас пытаюсь все это исправить. Что будет через год? Посмотрим. Но то, что я не перестану этим заниматься, это точно. И значит, через год я посмотрю это видео и сниму. Ну, вот совет или пожелание. Совет. Улучшать качество, пожелания, новые техники, почаще, может быть, мастер-классы снимать. Хотя говорят, что сейчас мастер-классы плохо смотрят. Но посмотрим, что изменится дальше. Конечно, что-то новое принести в вязание всегда очень сложно. Все повторяется в этом мире. Но, может быть, именно мое объяснение кому-то покажется понятнее. Поэтому вот такие пожелания и советы. Только вперед. Работать, работать и работать. Чтобы вам было интересно. Чтобы вы приходили ко мне. Оставались со мной. И уходили с радостью и с ожиданием новых видео. Поэтому подписывайтесь. Нажимайте колокольчики. Возвращайтесь ко мне. Пишите мне комментарии. Пишите, что я сделала так, что я сделала не так. Я все читаю. Я все всем отвечаю и надеюсь, что дальше у нас будет еще интереснее, что мы будем идти вперед, вперед и вперед. До свидания, мои дорогие, до новых встреч.